Они вышли и зашли два человека в масках. Как они были одеты? В форме одежды? Примерно. Такой в черной одежде, без опознавательных знаков. И в масках с прорезью для глаз? Да. И быстро на меня, я сидел, они быстро все это делали, сразу за волосы, потом к двери начали, немного первый раз ударили под живот конкретно, а второй долгим протяжным, вот прикоснулся и долгим протяжным воздействием тока в ногу вот меня держал. То есть у него рука была электрошокер? Да, да. И он его применил, да, долго держал, да, у вас? После как он отпустил, он сказал, чтобы я вел себя разговорчивее, не вел себя нагло, чтобы я пошел на сотрудничество. А вот вы говорите, они ударили, то есть они еще при этом наносили удары какие-то руками его? Да, да. Ну, электрошокером они раза 3-4, вот так вот. То есть, ногу, да, да. И потом, когда меня током ударят, а потом, ну, вот сейчас ударим, и чтобы я, ну, а током... Сколько примерно, как показалось по времени, они воздействуют? Ну, наверное, около минуты. Все это вот они вот так вот со мной.